Вот уже весна наступает. А у меня раз, короче, ну, велосипед уже слепнули, забрали. Ну, сейчас же как у нас. У нас воров правительство по головке гладит, правительство. Они, вот я, например, рабочий класс. Рабочий класс — это херня. А вот воры, он же вор как? Крадет денежку, он банки грабит, он убивает людей. Он все деньги. У нас же сейчас в первую очередь-то деньги впереди-то, а не человек. А человек — это без денег, это уже не человек. А когда у него деньги, о, он человек, он свадьбу играют. Какие-то там 3 миллиона на свадьбу, на. Вот. А тут живешь в этом мире. Велосипед украли. У меня в раз как получилось. Велосипед сейчас украли, дело к весне. А я же на велосипед, у меня это как, ну, это как, ну, тачка была, на ней продукты возил, по мультам же тяжело, вот это железо возить и так далее. А на велосипед раз, а вот сейчас надорвал спину, велосипед украли, а все на себе надо. Ну, я спину-то давно надорвал, у меня спина, это как радикулит называется, рука и вот эта спина, вот сейчас. Это радикулит я нажил, как говорится, ну, как на стройке начал работать. У нас же как каменщик, он всегда на морозе, и в стужу, и снег, и ветер кладет, кладку ведет. У него все только ватники, да вот. Вот, и мы кладем вот так. И вот простудил спину. А у нас же там как на стройке, сквозняки, особенно зайдешь, ни рам, ничего, ни окон, в первую очередь дом поднимается, это каменщики, все вот, это удар на себя, всю стихию природы, он каменщик вот этот, работник получает. Вот я и заработал радикулит. А радикулит — это как болезнь, очень страшная она. Если спина согнется, ну я вот смотрите, даже вот борюсь с радикулитом, ничего, настырно, но волоку, таскаю. Мне тяжело, правда, но движение так резко не делай, тогда все нормально будет. Вот так потихоньку. А если резко сделаешь, это как удар в спину, вот ножом, как все равно тебе кольнули. А вот так резко не делаешь, потихонечку, как ничего, движешься. Вот так я и двигаюсь, да. Ничего. Сейчас, ну, украли, украли. Подумаешь, я о чем? Будем на второй вело скопить. Накопим на второй вело. У меня усердия много. Потому что это... У нас, который, ну, вор, который, он крадет, убивает людей, ему легче убить, ограбить. А у меня нет, я настырный, у меня руки трудовые. Как у кого-то. Есть убивают, грабят, а у меня трудовые руки, я заработаю себе еще.